Здравствуйте, добро пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра «Черная месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Данный поезд направляется из помещений уровня 3 тест-лаборатории и административное здание сектора Си. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9. Пересесть на охраняемый поезд. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черная месса» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Из-за высокой токсичности микросреды в исследовательском центре, как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе черной мессы. Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной подвижностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Напоминаем, что курсы по выживанию в критических ситуациях пройдут сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне. Информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа будет явно важнее. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки. У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником черной мессы? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам черной мессы. Если у вас есть знания и опыт работы в сферах критическая физика, биотехнология или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черной мессы». Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность офицеру. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее.
Прибываем к тест-лабораториям сектора Си и административным зданиям. Пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня. Здравствуйте, мистер Фримен. Похоже, вы опоздали. Мистер Фримен, для тебя куча сообщений. На систему минут 20 как слетело к чертям, и я до сих пор все восстанавливаю. Обычный день. У них там были какие-то проблемы во второй тест-камере, но, по-моему, уже все в порядке. Просили тебя передать, чтоб ты влез в скафандр и дул прямо туда. Мотай отсюда, Фримен. Я ожидаю важного сообщения. Так я и думал. Извини, Гордон, я сейчас ужасно занят. Это расшевелит это сборище напыщенных свиней. Просто должны подождать окончания теста. По-моему, вы ошиблись шлюзом, мистер Фримен. Я не могу вас впустить. Извините, я на службе, мистер Фримен. Извините, сэр, я не могу покинуть свой пост. Доброе утро, Гордон. Образец только что был доставлен в тестовую камеру. Приветствую. Почему мы все должны носить эти дурацкие галстуки? О боже, что ж ты делаешь? Пожалуйста, оставьте меня в покое до окончания эксперимента. Не отвлекайте меня сейчас. Ты же должен был быть в тест-камере уже полчаса назад. Пожалуйста, оставьте меня в покое до окончания эксперимента. Не отвлекайте меня сейчас. Вы просто должны подождать окончания теста. Так странно.
Приятно видеть тебя. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Энергетическая защита включена. Сенсор загрязнения воздуха включен. Контроль состояния организма включен. Система выбора оружия включена. Контроль состояния оборудования включен. Интерфейс связи подключен. Пусть ваш день будет безопасным. Надо проверить это еще раз. Кто-то опять прятал мои очки. Это все внутри теоретических пределов. Энерг 15%. Надеюсь, параметры контейнера все еще в норме. Это вы, сэр, уже забрались в эту консервную банку? Я должен непременно сообщить о ситуации. Команда Назура за... Ты должен был быть в тест-камере уже полчаса назад. Извини, Гордон, я сейчас не знаю. Может, стоит вам подменить дарочную новый коррелят? Ты должен был быть в тест-камере уже полчаса назад. Эй, встретимся позже, угощу тебя пивом. Здравствуйте, Гордон Фриман. Просто подождать окончания теста. Думаю, что послали образец в тестовую камеру. Мы уже исследовали его массоспектрометром. Все в основном понятно, нужна аппаратура с большим разрешением. Администратор убежден, что результаты... Ждем тебя, Гордон. В тестовой камере. Извини, Гордон, но я сейчас ужасно занят. Пожалуйста, оставьте меня в покое до окончания эксперимента. Происходит с нашим оборудованием, черт возьми. Этого не следовало делать с самого начала. Не отвлекайте меня сейчас.
Не отвлекайте меня сейчас. Пожалуйста, оставьте меня в покое до окончания эксперимента. Боюсь, что сегодня мы немного отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но ради великой цели. Это хорошая возможность для нас. Это самый чистый образец, который мы только видели. И потенциально самый нестабильный. Нет, нет. Если провести стандартную процедуру введения, все будет хорошо. Ну, не знаю, как вы так можете уверенно говорить. Согласен, что вероятность резонанса в основных каскадах системы минимальна, но все-таки... Гордону совсем не обязательно все это слушать. Он высоко квалифицированный специалист. Мы ведь уже убедили администрацию, что все пройдет отлично. Ну хорошо, вы правы. Гордон, мы полностью доверяем тебе. Ладно, пора приступать. Давай впустим его. Проверка. Раз, два, три. Все кажется в порядке. Разрушение арматуры скафандра. Хорошо, вот. Автоматическая медицинская система включена. Заменен морфий. Если ты будешь так любезен, чтобы запустить лотерей, мы разбудим на электрометр за 20%. И будем на наш гемодинамичный шоу-мультик, пока не приходите к нему. Слышишь меня, пожалуйста, прилетай наверх и запускай роторы. Oh, my God.
Никогда не думал, что мне придется наблюдать такой резонанс, тем более создать его самому. Гордон, слава богу, ты жив. Хорошо, что ты в этом скафандре. Нужно сообщить об этом всем, а телефоны не работают. Пожалуйста, поднимись на поверхность и как можно быстрее, и пришли помощь. Я включу для тебя сканер сетчатки. Думаю, остальные ученые с радостью тебе помогут. Ты по-прежнему думаешь, что теория хаоса — это чушь? Система хранения совершенно не оправдала себя. Да, пошли. Почему они носят форму ученых? Один есть. Гордон, что за чертовщина тут происходит? И почему они носят форму ученых? Все, понял. Бежим отсюда. Да.
Гордон, стреляй! Стреляй же! Есть еще один. Хорошо, я тут присмотрю в этой зоне. Окей, будем вместе дольше проживем. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что я так знаю. Я тебя задерживаю, да?